Под Минском школу мужества проходили бойцы внутренних войск. Двое суток сложнейшие испытания на скорость и выносливость. И это все ради права носить особый знак отличия – краповый берет. Символ мужества, чести и достоинства. За происходящим наблюдал Владимир Королев. Для каждого из 73 человек это своеобразный экзамен на мужество. Традиционное испытание на право ношения крапового берета проводится весной и осенью. Марш-бросок оказался очень сложным, погода благоприятная. Поля распаханные, леса уже завалены, скажем, листвой, и идти очень тяжело. Несколько водных преград. По традиции испытания проходят два дня. Первый день – разминка, нормативы по физподготовке, рукопашный бой, трехкилометровые марш-броски. Второй день – испытание на прочность. До него дошли только 57 солдат. После 12-километрового марш-броска при полной амуниции с автоматом и противогазом бойцы проходят полосу препятствий. Далее солдатам предстояло отстреляться из трех видов оружия. Сложнее всего в середине именно марша. Венцом всех испытаний является 12-минутный рукопашный бой. Его прошли лишь 17 наиболее стойких бойцов, 14 из которых спецназ внутренних войск. Они получили долгожданные краповые береты и еще раз доказали, кто лучший из лучших. Владимир Королев и Александр Берецкий, агентство теленовостей.